А, блядь, ну нихуя уже зашел. Я ханта нашел. Я понял. Понял, там это было. Ладно, нормально. Сейчас надо рыбалт прописать. Мы на магика потом пойдем, да? Да. Каста кикальки? Так, теперь, ребята, все стали сейчас в ромб. Сейчас буду чекать.
В ром зайдите все. Хлопчики, в ром зайдите, алло. И в Дискорд, наверное, заходит. Так, приступим туда. Рэп в трусы. Один эра, почему все двигаться начали, я не понимаю. Больше крови в трусы. Эрек в трусы. Да, у нас 2 ДЦ. А, ну да, в холле будет профитнее, если у тебя есть спек. Так, фантазнита в трусы. Ребята, не затягивайте резину, фантазнита, алло, ку-ку, сова. Трусы, молодой. Трусы, трусы. Разрывной в трусы, ну, конечно, алло. Блядь, сложно там. Встань, Бромбик. Войд, Прозен, Хакусука, в ром встаньте, ребята. А, ну Войд, Прозен нормально, может там. Нету. Сандал в трусы. Аркар в трусы. Хакусука в трусы. Анозин в трусы. Мерок в трусы. Патимейкер в трусы. Бета-бет в трусы. Печально, но да ладно. Терпимо. Ладин Файер в трусы. Дикарь, как, конечно, камни у тебя, блядь, пиздец, странные. Ну ладно, иди в трусы. Не знаю, кто тебе это посоветовал, такое сделать, блядь. Кэп в трусы. Рокотер, трусы. Тиранозавр в трусы. Типа холипал в трусы. Так, кто у нас? Декарька чекнут. Дедмазай не чекнут. И Алая. Нормально. Так, ребята, по танкам. Один ДК держит. Кто у нас там по ДКшкам? Войд Прозен держит Кроша. Потом
Дед Мазай держит Олма. Алая держит трех остальных слева. Сань, Сань, подожди, мы тут Ханта самоним. Холипал, ты хилишь только танка. Стандл тот, что. Только танка. То есть ты рейд вообще не трогаешь. Через частицу хилишь только танка. Потом, после того, как сольем Лока, блять, у нас банит собак, нету ретрики. Ферряйте собаку. Обязательно. Похуй там, блять, не докрутите ДПС, но заферяйте собак. Чтобы собаки не бегали. Алая, ты будешь держать вот где-то вот приблизительно вот там, где сейчас ромб. Всех остальных трех, что слева. То есть пулите, пусть Алая спулит, а БДК уже разбирайте, там ставьте, только не ставьте друг возле друга, чтобы прям очень... Пусть напулят на меня Слепоглаза и Киглера, иначе могут сорваться в рейд. Они не сорвутся, не должны. Ну они, кто-то из них закастовывается, по-моему, Киглер. Молнию начинает закастовывать, его тяжело потом к себе затянуть, если плохо агро набрал. Ну окей, с БДКами типа проблем не будет. У нас, короче, Меруки, Элиф, Хан зашел уже? И пусть сразу по мне захил нормально дадут, потому что могут сначала сбрить. Или я прожмусь. Да, ну, блин, прожмись и вообще там, в принципе, никаких все, проблем у тебя не должно быть. Типа король Бэша включит, просто нажмешь кнопку Армс. Да, король самый слабый, в принципе. Да, типа, то есть там никакого урона по тебе не будет. Главное, чтобы деки у нас не упали. Короче, так, второй ДЦ, тот, что, кто там говорил, спекнулся Винкс, Холика. Он спекнулся. Ага. Тогда... По танкам у нас понятно, то есть ДК разбирают, пул начинает вара, вару держим, ДК растягиваете, вам там с пули типа с вары вообще не будет проблем, 2 ЛП и до свидания. И стоим рейдом подальше, где-то вот здесь, чтобы не подбегали вот к той зоне милики в основном, потому что будет откидывать, будет больно. Ретрики ферряют собаку. Потому что Лока нету. В принципе, тут больше ничего интересного. После убийства мага ДК, точнее, после убийства Олма Лока, ДК заберешь короля этого. Я понял, Варика. Я заберу короля. Все, ребята, крутим бафы. Ставлю рыбу. Рыба на метке. Кушай. Чтобы ориентировался, поставь им. Ну, это сложно так поставить метку. Поставлю, говорю, ребята, зачем вы сейчас начинаете какой-то, ну, типа, галдеж? Люша. Все, три метки на танках стоят. Спасибо. Так. Рыбу покушали. Кулаки по магам не бафаем. Протобафа у нас нету. Дайте им по 5 по магам. И каску по друидам. И каску по друидам. Так. Играем сначала в Лока. Убиваем Лока, потом свечаемся в мага. Давайте, пул. Вара пошел. Деки, сейчас не врывайтесь, пусть вара заберет себе. Хан трога на пульте сразу же вот этих трех, что слева, залпами, хуялпами. Забери вар. Коля, забери. Вар. Стоп. Понятно. Все, что у нас. Да уж. Вот про это и говорил. Заберите ДК, зафиряйте собаку, играем дальше. Ничего страшного, БДК продержит эту всю хуйню. Забери слепоглазого. На пульте Лока на БДК. На ромб на пульте.
собаку зафиряйте, ребята, ретрики. Рэл, ты понимаешь, что король сплэшем вырезает всех? Ну так милики могут настоять, мы разберемся. Все, милики могут играть в мага. Это вайп. Да тут вайп уже, блядь. Давай я подержу. Сколько вария залетела? Рэл, послушай, пожалуйста, где-то Мазай, прости, что перебивать. Давай я подержу троих, я троих выдержу. Вар выдержит Лока просто. Давай так сделаем. Да. Ну, типа, тут логично, потому что Лок, он слабый. Мага он точно не выдержит. Или я подержу. И Вара, прожимай зеркало, типа, потому что точечные нюки. А ты думаешь, я не под зеркалом не вырвался? Я трое сложила, вот и все. Бля, тут, конечно, короли очень неудивительные. А, бля, кстати, бля, по мне фаербол залетел. Ну, да. Вот и весь ответ. Вот. А почему, как это получилось, типа, сплотно? А потому что я первый влетел, и мой таргет был приоритетный для мага. И он меня начал закастовывать. Okay. Особенность кастера, они же не меняют таргет, если ты их переталкиваешь. Они докастовывают спел. Вроде декашки сразу же был плешками и позабирали своих. Не успел он забрать, поэтому мне 40 влетело. Товар потом просто не заберет в БДКи. Заберет. Просто... Этих я заберу. Они же всего лишь косвенно агро набирают. Ну давай лучше Вара на всякий случай поддержит Лока, пул начнет у нас БДК, он 100% он даст просто 3 ЛП и пойдет себе в уголок там чилить, типа. Рэл, смотри, Дед Мазай заберет короля, шамана и приста. Я там отойду, прожмусь, меня пускай Кулипал частичку кинет и оверхилит. Ну там, ход и что-то у нас еще, ДЦшка. А остальные просто убивайте, все. Полика. Как скажете. А, нет. Смотри, Лок вообще не наносит урон. Собаки вырезают. Собаки наносят урон, да. Это не хэм мод, чтобы тут Лок ебашил. Типа проклятие там и тому подобное. Тут тот, кто танчит Лока, он вообще на чиле, в принципе. Тут главное мага, блядь, и вот остальных троих, блядь. Но остальных троих, блядь, если нормально пул начать, типа, никаких проблем не должно быть. Ну все, решили. Я забираю троих, второй ДК. Да. Вар. Там да. Рыба на метке. Друид. У вас будет, блядь, и холи прист. У нас 5 хилов, дружище. Что, тебя захилят, не волнуйся. Друиды, все будет отлично. Друиды, дайте, пожалуйста, по танкам шипы. Такой у вас скилл есть в аркан ветке. Так, кто у нас там мага держит? Мазай, да? Нет, мага будет... А, Войд Фрозен держит мага. Ну, прям с пула нажми панцирь. Чтобы выставить хорошо. Все, покушали, ребята, там фласки вибить и полетели. Только дайте танки сначала разберут, поставят, тогда врывайте. Да. Короче, давай, Void Frozen, начинай ты пул, а БДК заберет с тебя. Арчи, сделай, пожалуйста, арчи. Кто кого держит в итоге? Ты, Алая, держишь Лока. Вот. Призывателя. Да, вот твоя луна, ты ее забери и просто уведи где-то подальше вообще от рейда. Ну, типа, ну, потому что, блядь, будут вызываться собаки, чтобы эти собаки не вызывались, блядь, в РДД-зоне. И хилам, блядь, ману сжигали. Они поставь выведут. Ее там в самом углу, короче, и там ее держи. Ой, ДК тот, что будет фрозен, вот на ромбе сразу же грипп не попытается, может он пойдет. Так нет, так ретрики. Главное, не втыкайте, типа, фиряйте собак. Рэл, ты не прав, надо Лока первого убивать. Вар поддерживает собак, нормально, не заберет. Да, ну типа, Лока убиваем, просто мага пусть поставит туда. Там маг не будет, просто ДКшка упрется в стенку и будет на него ледяным касанием бить и все. Главное, чтобы собаки не зашли в РДД-зону. Делайте куда хотите, ставьте, куда вам удобнее. Тут в принципе поебать, куда тут поставишь. Главное, чтобы собаки не были, блядь, в РДД-зоне. Вот и все, что требуется. Да, давайте, гоу пул. Да, на пул сразу же Лока на Вару.
Не брустите, ребята. Пусть отведет. На пульте Лока хорошенечко. Верните собаку. Отлично. И готовьтесь, будет прая еще выходить собака, ребята, скорее всего. Сил мазаю, ловерки у меня. Очень больно, потому что больше не было. Паладин, скиньте мастера ауру. Вторую собаку зафильте. Паладины. Все, Вара, и сразу же забираешь короля и уводишь его от дыки. Меня убило. Меня дисконнектнуло, ребят. Ладно, пытаемся. Дожимаем мага. Играем в череп. Я, ребят, умер, меня постреляли. Нормально, нормально там. ДК даже АФК держит. Оверхиль. Подымись. Забери Алая, забери этого короля. Забери короля, уведи его от этого. От БДК. Угу. Ладно, забейте. Поднимите Холи Пала. Блять, ну массакра нихуя нету, блять. Так поднимите Холи Пала. Подожди, не ори. Зачем сейчас тебя поднимать? Если уже мага добиваем. Сейчас ДК освободится и будет держать нормально. Да хилы уже и гимны сдайте, присты. Ну что, приступил? Есть гимны, есть два тотема, блять. Все в одной пати. Король ушел, блять. Забери короля, ДК. Он всех хилов сбрил, ты что? Блять, ну вот это то, что, блять, вылетел, блять, с пула, это вообще кайфушно. Это уже не первый раз такая херня, мне просто не смотри выкидает. Что за прикол, не будто нам пишет, обратитесь. Ладно, прикол, это опять, блядь, вай. Зайдите на лаунчер. Вот такая вот. А фигура. Ты нормально все обновил? У тебя там все хорошо? Да, я даже проверял по этот. Выходим из инста. Я даже проверил. Кстати, мне не дали, блядь, почему-то. Типа сейчас все было нормально, типа до того момента, пока не вылетел БДК и вот этот слепоглазый не начал тут отусоваться, блядь, и в рейде, типа. Сейчас все было отлично. Что-что? Рефлект варовский, отражение, работает против кроша. А у меня еще талант вкачан, чтобы он масс давал, поэтому я БДК еще сейвил. Ну, типа, просто агро слетело, он же стоял АФК, и то, типа, БДК, это такая хуйня, что он, блядь, 5 минут прочилил, и только тогда агро слетело, блядь. Хули, имба, блядь. Кушайте рыбу. ДК, ты там зашел, у тебя уже да, все? Да. Ты жив? Я не знаю, что это за прикол, реально не знаю. Ну, это дело, тебе нужно или клиент фиксить, какие-то аддоны, типа, убирать, типа, по типу ДБМа, потому что, может, он, типа, что-то... Сейчас я вообще все аддоны вырублю. Лол, 218-й Эршам, блядь, на втором месте по хилу. Сейчас я реложнусь, ребят, может, в аддонах вообще все вырублю. Да, ну зачем тебе сейчас там те аддоны? Тебе, в принципе, там, кроме таунтмастера, нихуя не нужно. А то это неприятно. С абсорбом, Сань. Это с абсорбом. Типа, если вот так, да? Вот, то вот так вот. Блять, ну это пиздец, если честно. А что с хилами? То есть с половиной хпс, блять. 218, это пиздец. А это эффективное лечение? Это или эффективное, да. А, да, эффективное, сука, прикинь, блять. Я же тебе говорил, что это будет пиздец, типа. А, ну, типа, это в уебищном гире, типа, потому что там вообще шмот бичевский. Он та же самая приколюха.
А? С Хапалом же то же самое. В плане? В плане тоже он перехиливает. Не, так это лечение и поглощение. Это типа у него там оверхила, блядь, наверное, из того, что он нахилил, это 20%, блядь. Ну, типа, из тех 28, 20 это оверхил. Ну, типа, потому что вот такая у него профессия. Сколько там по эффективному лечению? Избыточный у меня вообще 13%. Ну, у него избыточного 24%. А, ну, в принципе, для Хулипала это даже охуительно. То есть, он... Я еще я полбоя провалялся, меня убил этот моб, нет, подошел. Мы просто смотрим, не переживайте. Да, то есть, тут никто никого не хуесосит. Ну, это для себя. Так, ДК, что там? Да, дай знать, что кого. Не знаю, что... Ты уже зашел, да? Меня слышно, Диси? Да. Меня слышно? Раз, два, да, три. Алло, слышно. Леди Хеллфайр, у тебя постоянно включен микро. Так же, как и у Баба Мания. Меня слышно? Да, слышно. Да, слышно. Да. Блять, у него, походу, с инетом, блядь, жопа. Секундочку. Сейчас, секунду, перезайду. Перезайду. Хорошо, давай. Ой, блядь. Алла, у тебя есть офспек? Есть. На груле подамажишь. Прости. Пусть два такие себе держит, чтоб наверняка. То мало ли сейчас опять один отлетит. У тебя нету микрофона, но там стопом говорит. Да слышно, слышно. Тут вопрос, слышно, слышишь ли ты нас? Да я слышу вас, слышу. Ну и все, тогда ты зашел уже в игру? У тебя все нормально? Да, вон я тут прыгаю. Давай, ребят, короче, на пол. Может и в аддонах быть проблемы, хз. Короче, давайте тогда. Начинайте все так же, пул. Играем в череп, ребята. Дайте на пул побольше нажмите там, ребята. Ты еще жив там, не вылетел? Ну и супер. Кто у нас только ДПС? Собаку, я. А не Геру давай. Ну давай, давай, Геру, давай. Поднимайкер дай. Там вообще в ханта идеале, типа. Он любит. Я истерею, так иначе. Забери слепоглазого. Как бы тут. Неприятно. Сейчас опять, блядь, флоу повайка. Забейся, это истерия, и ты, главное, танчи, у тебя там самая важная миссия. Ребята, собаки в контроль. Он грива, как будто из танков. Да, ДК упал, БР его. ДК. Вара под... А, да. Вар, блядь, да как его, блядь, лох убил, блядь, я не понимаю уж. Ну, Вара не там, блядь, это... Еще и собак, и контроль, нифига, нормально. Все, играем в мага, нормально, все. Забери слепого глазого. Вара, забери короля с этого. Надо, пускай алло, мага держит. Там мага есть, кому держать. Иннер дайте по стенге. Уберите, блядь, эту хуйню, пожалуйста, с рейда. Уведи их в угол. Маги, присты, спуржите магию, вот это его. Снижение магического урона, вы что, рофлите? Вы играть не умеете. Вы же резаете себе на 75% магический урон по боссу. ДК, братишка, там кидай на ханта, халифа. Уведи дальше этого, ну, этих двоих своих. Типа.
шаманочка вообще не хочет уходить. Отойдите вплотную к стенке, типа, ребята. Илюха, я в первую очередь отстаивается. Я довара не буду достать. Есть там кому хилить вару. У нас 5 хилов, ребята, блядь. Ну, типа, вообще я не понимаю. Играем в шамана. Шама бить. Гитлера играем. Я не знаю, блядь, я... Ну, типа, тут я второе КД закрываю, блядь, маги Грул, блядь. Но на X3, типа, дедёла, я мог в соло вообще всех пятерых на БДК держать, типа, я тебе отвечаю. Единственная проблема, когда падали танки, блядь, это на Груле ХМ, блядь. Вот тогда было хэви метал. Тогда, блядь, все ходили с Фералом, блядь. Ишка. Потому что, блядь, банка консервная нужна была. Сейчас что-то они начудили, блядь, пиздец, танки сыпятся, как проститутки какие-то, блядь. Нет. Он не скидывает. Скидывает панцирем, если иметь, если имеешь. Там, блядь, в Хэйме, типа, короли, это, блядь, единственная проблема, если нету там магов или шаманов или друидов, чтобы проклятие пуржить, блядь. А так вообще, это, блядь, ну, типа, такая помойка, типа, сам Груль уже повеселее, типа, да, потому что там танк должен быть реально жирный, типа, ну, и не втыкать, блядь, эти, блядь, печки, всякую хуйню. В общем, ну, типа, очень легко. Не, ну просто вообще то, что там шотает танка, блядь, что-то они подчудили немного. Типа и танк относительно, ну типа эквип у него не последний, типа может у него там... Может кап защиты не собран, может такое... Ну, сколько у тебя алая кап дефа? 540 это кап. 550. Ну на этих, да. Ну, типа... Нет, да, нет. Во-первых, лог же, он там палкой не сильно дамажит. Они просто нюки им бахнули, типа очень сильные. Ну, это, во-первых, во-вторых, собака в спине стояла. Типа, и там... куснула меня. Мелики, куда вы подошли? Дайте ему этот дизарм, типа, ребята, и можете бить, вот. У нас же, блядь, 15 варов, нахуй, я хуею. Дизарм, дайте вары. Ну, почему ты, значит, бить? Дизарм. Ну так 20 тысяч это на изи чё хилится, она типа раз в 3 секунды хилит. Ретрики хилит. Ну просто уронили, вот и все. Ну конченые хилы, блядь, получается. Мы нашли, блядь, виноватого. Кто виноват, хил виноват, поэтому я играю за танк. Нет, там виноваты все понемножку. Плюс неправильно расставили танк. Вар немножко слабый, чтобы троих держать. Бой сбрило. И то меня прожимало. Ну, типа, я... обычно, типа, там вообще никаких проблем нету с этими тремя, типа, вообще. Особенно если БДК держит, там, типа, ты просто, блядь, себе панцирь прожимаешь под каст молнии и до свидания, типа. Не, ну они тут все равно начудили, типа, на X4, типа, это совсем по-другому. Типа, то, как Аниксия взлетает, меня, типа, бесит. Типа, она обычно всегда взлетала с центра, а сейчас она идет к выходу. Это пиздец заебывает. Потом погибель, блядь, тоже, ну, типа, замутили. Раньше всегда сходились у выхода, типа, чтобы убить, блядь. Сейчас просто... подбегают, типа, на фазе взлета, типа, под танка, он забирает всех мобов и расходится просто. Раньше никогда не расходились, это просто диспелил, блядь, приз, нахуй, и убивали нормально, и всегда никаких проблем не было. Знаешь, почему не расходились раньше?
Потому что... А? Знаешь, почему не расходились раньше? Потому что прохиливали. Все прохиливалось. Когда на освоении мы так же делали по этой тактике. Ну, я 20 минут после бабки не проблема, типа, закрыл каражан. То есть я, ну, там почти ФК сделали, типа, ну, почти это, конечно, хуета. Ну, ФК ты делаешь, потому что там по... Оп, чё не поменял, РЛ, быстро меняй. Я поменял, уже поменял. Лич это такое, типа, блять, это настолько челики придут просто сразу даже с того же ебаного. Да, типа, вот ОКХМ. Сумку забери сразу. Кого забрать? Сумку, говорю, сразу позабирай вот. Да я забрал уже. Что, танки пошли. Давайте играем в череп. С фокусом ДД одного, ребят. Подошли максимально близко к бомбам, чтобы они вас не чаржились, вас не сбивали. Это касается ребят, все идите за спину мобом. Понимаете? Добиваем череп и играем в креста, ребята. Кикаем касты престол. Все, в череп играем. Кикать касты. Аркан, подойди максимально. А сейчас его шотнет, а и нормально ему там будет. Да они вроде не шоты. Я что-то, ну, типа, на прошлом КД вообще ни разу не заметил, типа, чтобы даже робу шотали. Типа, в меня врывались, типа, если я держал, типа, в аркана брони-то побольше будет, чем у ФБ. Если талант ну да. Ну да, у него должен быть вкачан. Да, Рел, мы с ним два бикашка поддержим. Босса. Да, да, да. Вар пускай курика, вар. Играем в череп. В череп, ребят. Отлично, Левчер. Что-что? Может, не проблема в одном, а уже не выкидает. Ну, типа, понял, где-то ДБМ, ну, типа, его стоит очень часто обновлять, потому что и заметки даже на голове, типа, блядь, у этого полупокера, блядь, может как тебя крашнуть там. Где-то аддоны стакнулись, блядь, и хуйня. Реал, как обновить? Что-что? Аддоны как обновить? Ну, типа, просто на гитхабе скачай себе новый ДБМ, да и все. Типа на форуме там прочекай. Они типа постоянно обновляют их. Я имею в виду, может... Играем в креста. В креста, ребята, играем. Второго контрольте рога. Рога, сядь на контроль второго. Не тот, что череп. Или там ДКшки. А у нас ну, там два шамана в одной пати, типа так, что там. По смыслу. Второго жреца играем. Давайте сразу же РДД хилы набирайте рейндж, на макс рейндж стоите от груля, чтобы милики нормально могли отходить. Хилы там разбредитесь по всему кругу, вокруг груля, и РДД хилы между собой рейндж наберите, сразу же позабирайте свои метки, и ребята, чекайте, блять, над головой камни падают, ушел. Потому что я не буду там каждому отдельно рассказывать, что, блять, на тебя, блять, ливень падает. Давайте... Хилы, РДД, разводитесь уже вокруг. Только на макс рейндж станьте от груля.
Это у нас все РДД, что ли, блядь? Все остальные милики, я его. Ладно, давайте там, кто у нас начнет. Void Frozen, у тебя побольше ХП, давай ты, МТШ. Второй на подстраховке, Мозай. Окей. Даю РЧ. Истерию там по ханту киньте. Понятно. Геру с пула? Ну, на пулем я свистну, короче. Давайте, гоу, врыв. Войд, давай, хант на Войда на пуле. Давай, Илюха, поднимай. Сразу же, чтобы, блядь, до первого этого. Войдик на ханта на пику, кидай. У нас типа еще ж один фаер был, не? Фаермаг. Или у нас только я, потому что я не хочу ожог. Кидать. Блять, завал первый меня. Пул дайте на деда Мазая. Я не второй пар, я. Все, разошлись. Раньше набрали друг от друга, ребята. Блять, сейчас шокнуто. ДЦ, абсорби, пожалуйста, в первую очередь ткань. Рога и хан, дайте второй дефун на левом. Я могу вахнуть. А нормально вот тоже хан да, там он держит. Он соло там спокойно, ты он просто. Он второго может ваншотить по горе, понимаешь? На хан. Но он одного уже. Не, так убило это, блядь, потому что челики, блядь, рейндж не набрали, блядь. Не-не-не-не-не, убило от удара. Да? Так. Р, дайте. Разбойника мэр. Он на пул. Да. Дайте по мэру по второй зуб. Тут, блядь, на роге надо следить за этим. Я? О, это косяк роги, блядь. Это не косяк. Ну типа, смотри, БДК скидывает с пула 8 ЛП, блядь, и тут, ну ты хоть 30к дай, блядь, ну я сомневаюсь, что ты его перебьешь. Роги на деда Мазая дайте, пожалуйста, мэр. У нас один рога и один хэнд. Ножка, ты держишь, ко мне пас. БДК. Нет, а пусть держит, зачем ему крутить его? Только ДПС потеряет. Он не шпаде. Теряет ДПС, милики так. Милики теряют, потому что им за жопу нужно вставать. Начнет крутить, блядь, милики тоже будут крутить, соответственно. Кстати, мейкера киньте сальву на всякий случай, типа. Ребята, там у кого аддон включен на игру, анонсите, по кому сальву кидать паладином. Я был боб кидали. Боб тоже пойдет. Ну да. У нас шагу тоже. Блять, я не вижу на себе абсорба, это, блять, печалька. Блять, странно, меня не шотнуло, нихуя. А, ну да, не заблимка, блять, охуенно. Ой, какой умница. Молодой орел на ДЦ, подойди, пожалуйста, вот так, чтобы ты на гротеска, блядь, перед каждым этим кидал обзор. Потому что мне неприятно. Дайте а, еще вот раз, вот шаман, дай Геру еще раз. ДК немножко разлимее, правее. Ну, 5к, ну зачем, кило? Блять, мне эти, блять, сайленс, это пизда, трагедия, блять. Да, блять, задроченная, типа, хуйня, у меня 2.4 каст, блять, ФФБ, типа. Так завал этом, ребята. Тихо, типа холи пал там, смотри, чтобы тебе камнями поебало не прилетало.
Еще завалы там, ребята, падают. Милики отошли на, под правую лапу. Вы еще не видите, что на вас там, блядь, наебало камни? Дружочек, пирожочек, больше крови. Блядь, просил же, смотрите над головой, блядь, что творится у вас. Так, ща, нажмите сейчас, блядь, ДЦ, нажми. Супер, умничка. Поиск. Так, дружочек, не ходи ко мне. Поиск как раз под отзвук, блять, прилетел. Это 30к для хулипала один стол, его ж передел. Ну потому что бьем, если честно, очень долго. Заебись, блядь, я очень рад, блядь. Кашки скорее кидай нахрен. Только, ребята, там Рога, Хан, когда на вас кидают истерию, вы типа оставляете на пул на этот момент. Это нормально, я второй это... Кашка левее. Нормально, что с ямом забрать. Блин, ДЦ, братишка, ты мне ПС всегда максимально просто как-то не очень закидываешь. То, что за ПС, конечно, спасибо, но, блядь, то отзвук, нахуй, то завал, блядь, то это, да, блядь, то, что притягивает туда уже земли, блядь. БДК это имба ебаная, блядь. Типа у меня предбиз был БДК, блядь, на X3. Ой, на X2, блядь. Это такая сказка, нахуй. Пиздец, пула 8 ЛП, блядь, выкинул, нахуй, и чилишь, блядь. Ну, челики в Т5, типа, я же апал Т4, типа, я не брал себе ебаный Т5, эту помойку. Типа... Ну, это слабо верится, типа. Давайте сейчас порт шатрат поставлю, ребят. А, дринги? А, не поставлю я, блядь. Далран ставлю порт, блядь. У меня шатрат даже до сих пор не изучен. Шатрат поставьте. С Далраном шатрат, да и все.